Так, а если я сейчас применю? Получилось! Это что за имба такая? Капец, этот гриб замедляет! Хороший урон у него! Еще и все пробивает! Воу! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби. Первая часть — это модификация Fusion. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Уведомления плюс расписание. Итак, друзья, в общем, началась у нас ночная карта. Это очень прикольно, что с грибочками у нас. Опа, а это что такое? Секундочку. Спасибо, ребят, кто там советы дает. Это действительно очень-очень важно. В общем, какое-то удобрение или что-то такое. Чуть попозже поглядим. Нам нужны челленджи. И я думаю, давай-ка вот с этого начнем. Потому что я вижу тут дымогриб, плюс гриб судьбы и, скорее всего, ледяной. Мы идем сюда. Вопрос, как мы сейчас будем это проходить? Дело в том, что у нас нет как бы грибов, но у нас есть подарок, поэтому через него будем работать. И плюс у нас дикая имба. Это чисто орешек плюс зубастик и горохострел. Так, 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 давай тогда набираем братишек. Ну, я думаю, тут это все мы с тобой берем. Высокий стеноорех, да как-то я даже не знаю. Так, вот так вот делаем, вот так вот делаем. Отлично, подсолнух тоже берем. И вот такой вот, да. Вот как-то так. Работаем, чуваки. Вперед. Так, подсолнухи ставим. Спасибо огромное вам за советы, потому что, ну, я не знаю. В прошлой серии я чёт не задумался о том, что, а где же у нас маленький грибочек, который дает солнышки? А дело в том, что просто нужно подсолнух туда применить, и все. Окей, окей, ребята. Я, кстати, не знаю, потому что маленькие грибочки-то они дают поменьше солнышек. А пока они вырастут, ну, непонятно вот это вот. Так что, наверное, даже лучше сейчас через подсолнухи играть. Так что зарабатываем, чуваки. Так, отлично, этот уже идет. Мы тут, конечно же, попробуем вот так вот немножечко законтрить. Поставим еще так. Интересно, кстати, три грибочка одолеют, не одолеют? Как думаешь? Вообще должны, должны. Обязаны, я бы сказал даже. Красавцы! Красавцы, не, реально красавцы. Так, ну вот это не очень, кстати, было прикольно сейчас. А что это такое? КПшечку даю. Интересно. Так, 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 так. Хорошо, здесь разобрались. Здесь я минку поставлю, пока у нас есть немножечко времени. Да пока вообще прям легко-легко. Так, что думаешь, дымогриб-то уже пора юзать или что? Или будем... Так, этот понятно, его судьба понятна. Так, еще стеноорех. Срочно. Так, ну что, побыстрее, 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 ребят. Сейчас нам нужно развиваться намного быстрее. Так, не-не-не, дружище, давай перепрыгивай. Там спокойно с тобой разберутся, чуваки. Здесь ставим. Побольше, побольше, побольше. Ну вот что вот... А погоди, а вот... Ну-ка давай попробуем на другие. ХП. Ну вот, кстати, на самом деле стеноорехи так полечить, это было бы очень, очень хорошо. Так, идет какой-то чувак, но мы его... Сейчас быстро, погоди, погоди. Так, а тут уже все остается-то, блин. Все, ням-няма, ребята, сделано. Так. Все, дальше спокойно, ребят.
вперед, вот таких вот чуваков делаем, и все. Успех в кармане, я думаю. Так, отлично, замечательно. Нам, правда, их дофига надо наделать, если честно. Пусть пока полежит. Так, вот так вот делаем. Ням-няма. Эти чуваки спокойно разбираются с ними, офигеть. Клево. Так, ну и последнее, наверное, и все. Тут мы... Так, мутим. Давай, перепрыгивай. И ты перепрыгивай. Чтоб особо не выеживались. Так, я предлагаю, наверное, подарок уже начинать юзать. Что-то как-то это все-таки... Сюда! Сюда, грибочек! Так... Притом я сам нифига нажал на него, и он выстрелил. Имба. Лютая притом. Ребят, ну вы, конечно, немножечко тут меня... Так. Следующий. Пожалуйста. Сюда. Применяйтинг. Ту-ту-ру-ту. Так, практически все, да, друзья? Все, можно спокойно. Так, а если я сейчас применю? Получилось! Это что за имба такая? Капец, этот гриб замедляет. Хороший урон у него. Еще и все пробивает. Воу. Не, дружище, ну это прям лютая имба. Погодите, погодите, я хочу это разблокировать. Капец. Капец просто. Так, нам нужны подарки, нам нужно много-много подарков. То есть нам без разницы, какой вот сейчас будет, потому что один в один рецепт-то получится. То есть ты понимаешь, мы даже не открыли ни ледяной гриб, ни... Это... Что такое? Вась! Угу, прикольно. Интересно, интересно. Что-то в этом есть. А, ну вот... Да, тут мы немножечко... Гипногриф. Да блин, ну чё у меня... Дымогрибы, гипногрибы даёте, а? Ну это ж такое себе. Так, ладно, давай хоть как-то вот так вот ещё сделаем. Так, тут вот такой получился, отлично. Так, как бы нам всё красиво для перфекционистов-то сделать, а? Вопросик такой. Так, тут у нас получается еще один гриб. Чуть подлечись, бро. Так. Давай тут еще. Я предлагаю скорость вот такую сделать. Ну что, долго мы тут будем? Давай сразу делать. Ну, конечно, для перфекционистов пока что не очень кайфово. Знаю, понимаю, ребят. Сори, сори. Так, сюда. Чиназес. Так, от этого избавляемся. Обычный ставим сюда. Да, блин, да кто у нас тут появился?
Найс, найс, все, отлично, отлично, супер, 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 супер. Супер, пацаны. Хорош. Ну вот как-то так, вот такая вот у нас банда. Блин, красавцы, просто красавцы. Не-не-не, такой дымогрип мы с тобой разблокируем. Обязательно, чтобы дальше проходить. 100%. Это прям дикая имба. Сюда. Нет, нет, нет. Ну, дружище, не нужен ты нам. Сори. О. Ай, все уже. Вот. Все красиво. Красивенько было. Так. Первый уровень, ребят, пройден. Отлично. Следующий сразу. То есть... О, нет. О нет, о нет, о нет! Вот это, наверное, сейчас будет жестко! Я еще пока не знаю. Но что-то начинаю подозревать. А может, кстати, гипногрип здесь взять, друзья? Что-то мне вот, вот предчувствие есть такое, да? Что лучше бы взять. Давай даже два возьмем. Тихо, 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 тут возвращаем, потому что сейчас нужно время. Нужно время. Подумать. А мы тут развиваемся. Погоди, погоди. Так, сюда. Надеюсь, на правильной дорожке пойдет. Отлично, 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 хорошо. Иди, зомбачок, иди. Нам главное в самом начале. Потихоньку, потихонечку. Так, все. Отлично. Угу. Все. Найс. Можно по два грибка ставить. Я не знаю, ребят, почему я именно грибы не ставлю. Но пока у нас все получается, можно и так. На следующем уровне... Вот... Давай лучше в компании будем это делать, окей? Не в испытании. Потому что в испытании у нас пока вот так вот прям идеально все получается. Так, надо вот с этими разбираться. И тут уже идет, видишь, какой челик-то. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот, три грибка. Хотя, я думаю, на него-то, блин... Чтобы это действовать не будет. Поэтому нужно тут что-то придумывать. Вот такое вот. Давай, хоть какой-то урончик. Ты же понимаешь, что это вообще ни о чем, но... Мы потом зубастика сейчас поставим. Так, сюда минку пока что. Ох ты, блин. Давай, давай, кушай, 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 кушай его. Так, чел, ты что-то как-то быстро идешь, кстати. Хорошо, хоть мина... Мина-то сработала, но... Есть у нас беда, ребята. Ладно, пусть он пока покушает. Дадим ему покушать немножечко. Ничего страшного. Спокойненько, спокойненько, ребятки. Нормально, живем. Чуть-чуть посыпем. Угу. Так, все, с этими зомбями вообще забей. Нормально все будет. Так. Ну все, я вообще спокоен. Сюда перемещаем. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот так вот. Так, думаю, дымогрибы мы с тобой начнем все равно ставить.
Мы еще не знаем. Там, короче, будет новый зомбак. Майкл. Поэтому, кто знает, что он там нам устроит. Бро, надо будет как-то аккуратнее, возможно, играть. Так, сюда еще вот так вот поставим. Так, подарочек применяйтинг. Отлично, вообще хорошо. Хорошо! Вот так вот сделаем пока. Блин, ну бро! Так, братишка, давай хавай. Так, ну что же, Майкл идет, мы даем ему... Пацаны, 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 спокойненько, вы что творите, блин? Это что такое? Ладно, это было жестко. Правда, это было сейчас жестко. Я немножечко офигел. Чего, ну вы офигели, что ли? Ну хавай, ну хавай, ну бро, ну почему? Ты вот чуть-чуть отошел, все уже. Ням-няма. Капец, тут надо тройной ряд ставить, реально. Притом вообще не то получается, не то получается. Так, спокойненько, спокойненько. Так. Отлично, 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 отлично. Что с этим? Ну все не то. Игрушка пока издевается над нами. Ладно, у меня еще грибов куча. О, отлично, 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 бро. Так, я на всякий случай тебя даже перемещу. Кто знает, блин. Так, сразу, сразу применяйте. Офигеть. Вообще нормально так. 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 Подлечим. Подлечим. Вот тут, кстати, это полезно. Тут полезно сейчас было. Так, отлично, отлично, отлично. Они еще и плюс заморозились. Этот, понятное дело, что не замораживается, не хочет. Так, ставим дальше. Давайте, пацаны, давайте сюда. Идет. Угу, найс. Тут можно еще один ряд, в принципе, ставить. Ну и все. Че думаешь, поставить еще рядочек? Вот так, вот так. Так.
Сейчас мы подхилим там одного. Значит, идут. Господи. Господи! Это пипец. Так, ладно, тут справились. Да блин, ну это невозможно! Они прыгают и прыгают и прыгают и прыгают! Да не тот получается грибочек! Чел, ну хорош, как же вы прыгаете, а? Тут можно, кстати, вот стена орехи даже обычной поставить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не, братан, 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 погоди. Все, контрим тебя немножечко. Вишня нам помогает. Отлично. Найс, найс. Супер. Ну давайте. Мы еще вот так вот делаем. Ну один добрался. Да нет, несколько даже. Чел, ну ты слишком жесткий. Так, я предлагаю, ребят, включать скорость. Ну пора, пора, пора уже. Надо эти челленджи уже пройти быстренько. Раз, раз и все. Этот чел почему-то мне получил. А че я... Ребят, можно же вот так вот сделать, если я хочу гипно. Просто вот так вот делается и все. Че бы и нет. Там вот внизу страдает челик. И вот так вот делаем. Ну хорошо, ну хорошо прям, а? И вот, вот маленькую деталь, вот сюда. О! О! Вообще шикарно! Сюда. Следующий уровень, ребят. Вообще ничего такого страшного не вижу. Набираем наших бойцов. Угу. Угу, угу. Угу. Вот, как-то так. Короче, все точно так же, ребят. Но я на самом деле немножко офигеваю то, что мы заранее. У нас даже нет этих растений. Мы все равно что-то мутим, блин. То есть ты понимаешь, сейчас в компании, да, в обычное прохождение мы пойдем вот так вот просто будем проходить это все. Так, вперед. Нет, не угадал. Не угадал я, ребята. Внизу 4 волны здесь будет. Я думаю... Да все точно так же сделаем. Только, наверное, даже 5 стенозубастиков горохострелов поставим, и все. Ну, серьезно. Я даже не знаю, ну какое вот еще круче растение это, блин. Так, этот челик, конечно, идет-то что-то как-то вот, вот хорошо как-то идет. Давай-ка, есть, найс. Угу. Пофиг. Ну ладно, 25 солнышек, блин. Так, начинаем стена орехи ставить. Угу. И вот так вот поставим, чтоб намного проще нам было. Не-не, не тратим, не тратим, не тратим денежку. Удобрение пусть там будет. Так, соточку стоит. Вообще побольше бы сейчас нам. Потому что мы не знаем. И сейчас зомбаки, сейчас Майкл пойдет и все. Это капец.
Угу. Живем, живем. Так вот делаем. Так, здесь уже пофиг. Здесь можно вот такого зубастика уже поставить. Оп, ням-няма. Ну, можно было на него. Ну, ничего. Несколько рядочков, если что. Фигня. Так, сюда. А первая волна-то уже скоро. Я не знаю, друзья, возможно, здесь еще бы быстрее мы могли бы пройти на изи, благодаря грибочкам вот этим вот, которые солнышки дают. Но я как-то привык с подсолнухами, поэтому, ребят, как бы и так получается. Поэтому, let's go. Пробуем так. Так, отлично, здесь все сделали мы. Пора устанавливать таких братишек. Потом уже дымогрибы, там вот это вот все самое. Так, бро, красавчик. Так, идут эти. Так, бро, давай вот так вот сделай. А потом мы вот так вот сделаем. Так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Ледяной, отличное. Еще и время выигрываем. Просто кучу ставим и все. Так, зубастики, let's go. Возможно, нас там сейчас пронесут нафиг, я не знаю. Я не знаю, ребят. Сейчас поглядим, что будет происходить. Так, первая волна. Ну. Такое. Живем. Не-не-не. Эти нас не испугать. Вот, вот так вот, давай, помогайкин. Так, ну я вижу, 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 чуваки, поэтому давайте применяйтинг. Пофиг вообще было. Вообще, какие надо грибы-то получаются, ребята. Какие надо. Прям отлично. Так, тут пофигу вообще. Чё думаешь, перед этими поставить? Или нормально? Четыре редка. Капец, а это только вторая волна. Ну вообще по-хорошему бы действительно, ребят, знаете, избавляться вот от этих бы уже. Я думаю. Все-таки эти сейчас будут майклы нас капец вот фигачить, поэтому. Да блин, вообще какие надо грибы получаются, найс. Найс. Так, еще плюс один тут у нас будет. Сюда, туда. Бедные маленькие грибочки. Давайте, давайте, попробуйте.
прокушец. Такой рядок, блин, ну... Ну пусть будет, видишь, как бы работает, смотри. Оп, оп, плюс один, не-не-не-не-не, это клево. Это клево, чуваки. Будем применять. Так, найс, получился тот. А, это какой-то мастер, блин, ты видел? У него больше волос. Вот что еще. Ничего себе. Прикольно. Надо было чуть попозже, кстати, применить. Я не знаю, куда мы столько ставим. Правда, можно было вот этих вот бы побольше, наверное, плодить. Зря я так, наверное. Ну чтоб, это чтоб вообще наверняка. Ну это прям вообще жесть. Чтоб не перепрыгнули и не прошли. Это, конечно, забавно выглядит вообще. Так, ребятки, здорово. Давайте на всякий случай вас немножко проучим. Ух ты какой, злюка там, злюка внизу. А, и рецепт, ну да, 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 да. Понимаю, понимаю. Так, наверное, их всех превратим, да и все. Чуваки, чё мы? Все, неприступно. Но мне бы хотелось побольше бы вот таких грибочков, но что мы для этого сделаем? Вообще, по идее, можно, конечно, убрать, потихоньку вот так вот убирать еще плюс. Наверное, так как-то. Ну это жестко. Все, ребят, я предлагаю побыстрее все это делать. Мы сейчас рецепт откроем. Так, пожалуйста, не то. Но есть прикол такой, то что... Ребят. Нет, ну с помощью подарка-то можно будет. С помощью подарка, по идее, можно. Давай подлечим. Так, вот так вот еще применяем плюс. Офигеть. Ну красота. Так, пойдет. Пойдет так. Все, друзья, у нас рецептик есть. А что это значит? Мы отправляемся дальше. Итак. Пам-пам-пам-пам-пам. И вот здесь-то мы уже наконец-то применим. Сейчас поглядим, что это такое. Вот так вот. Так вот. Все, погнали. И сразу же, конечно, скорость обычную делаем. Итак, ребята, смотрите, 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 смотрите. Мы выстраиваем грибочки вот эти вот. Побольше грибочков. Будем смотреть. Вот. Они реально превратились. Угу. Офигеть. Как неожиданно. Да, они и вправду меньше дают. Сейчас мы только грибы будем устанавливать. Мне прям интересно теперь. Так, чел, погоди. Так вот делаем. Так, минус.
Переставляем, переставляем, ребята. Дожили. Солнышек нету, приходится вот так вот работать. Так, хорошо. Следующие, следующие. Давай, 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 давай. Так, кстати, вот. А вот теперь я все понимаю. Вот теперь годно. Отлично, отлично, ребята. Так, это сюда ставим. Ну, понятное дело, что одних зубастиков 100% по идее надо ставить. Прикольно. Ну, челы, ну вы, конечно, сейчас вот немножечко мне... Хотите подгадить, я понял. Давай, наверное, ты скушаешь. Ну, это было, конечно, да. Ничего. Опс. Так. Так. Бон аппетит, братишка. Теперь у нас тут еще и горохострел. И вот как-то вот сейчас будет это все у нас. Так, выросли еще грибки. Так, мы сейчас, наверное, вот так вот сделаем. Оп, они еще подросли, другие теперь. Ну, хорошо. Нам вообще хорошо. Так, это без разницы. Сюда. Сюда. Так, сейчас зубастика поставим. Мне немножко солнышек не хватает. Спасибо. По-моему, подсолнухи даже лучше были ночью. Я не знаю, ребят. Ну как-то это все прям так долго. Так, с газеткой чел идет. Няма-няма. Вот переставляем. Вот тоже вот так вот делаем. До дыма грибов даже не дошло это дело пока. Так, ну-ка давай, братиш, превратись в правильного грибочка. Блин. Так, ну и последние. Отлично, подросли. Няма. Гипно, ну пусть будет такой. Не, зомбаки-то уже все, они не пройдут. Это понятно. Могли бы этот, ну ладно. Я не знаю, чуваки. Подсолнухи даже вообще нормальными были. Вообще нормальными были. Серьезно? Так, пацаны, 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 пацаны. Ну вот тут вот, вот это не очень было сейчас прикольно. Ну давайте, челы. Сможете вообще вывести-то? Так вот поставим. Так, один дымогриб имбовый получился у нас. Вау. Да есть же. Так, ну это еще первая волна. Так что сейчас там еще будет. Опс, опс. Трямс. На подарок сейчас заработаем. Ура. Так, ледяной. Хорошо. Попозже переместим. Слушай, это два рядочка надо ставить.
Я вообще-то думал, что они прям нормально будут давать. Либо как-то и подсолнухи, и грибы ставить. Так, 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 ладно. Злятся, злятся. Сейчас вы еще больше разозлитесь. Бум-бум-бум. Минус газетка, минус газетчик, блин. Так, сюда ставим, расставляем. Я вот смотрю на это и понимаю, это такой, блин, детский уровень. Вообще легкий-легкий. Так-то. Что там дальше, скорее всего, такие будут? Тот же челлендж, да. Друзья. Естественно. Всем другие. Так, это как-то сюда вот ставим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Такс. Пофиг. Бедный маленький грибочек. Так, и зубастик, чтоб не прошли еще один. Вот, как-то так. Не, ну мы уже знаем, вот эти зомбаки, они хотя бы не плодятся толком. Поэтому это фигня. А, ну тут уже, кстати, все. Прикинь. Ну как-то, у нас даже времени не хватило, да? Это мы... Так, всяк. Нормально. Не, слушай, дымогриб? Гипно. Это просто прикольно. Даже никакой рецепт не нужен. Он прям хорошо справляется. Так, трусогриб. Оу. Ну, давай. Это что такое? Это новое растение? Воу. Давай возьмем. Кстати, только... Ага. Угу. Вот так вот делаем. Все. Хорошо. Все, я понял. Ребята, давайте подсолнухи. Вот реально, мне вот это больше нравится. Что-то с музыкой, кстати, да? Нормально вроде. Так, сюда. Пофиг, пофиг, ребята. Тут все равно пока у нас пополняется все это. А, кстати... А, вот так вот, да? Совместить нельзя. Окей. Самое жуткое, ребята, это совместить адский гриб судьбы с трусогрибом. То есть зомбаки подходят, он не прячется, он просто взрывается. Бабах, и все, и это жесть. Это капец. Прячется, бедный малютка. Ну, такой, знаешь, как бы не бро, по идее. Ну, ладно, тут он еще более-менее что-то показывает себя, да? Два их нельзя сделать. Чел, ну ты, конечно, молодец, далеко зашел. Так, вот посыпем еще, чтоб вкуснее было кушать. Так, я предлагаю как-то что-то делать, ребята. Что-то как-то у нас все плохо сейчас пошло. Из-под контроля все выходит. С этим трусогрибом. О, кстати, посмотри, как получилось. Интересно. О, нифига себе. Так, минка тут у нас получилась. Отлично. Вот так вот делаем. Трусогриб выкапываем. К сожалению, да, он тут что-то не особо у нас поработал, но ничего. Так, идем дальше. Пацаны, тут еще немножечко. Ммм.
Так, сразу нейтрализуем. Интересно, вот это что делает? Так, с газетчиком справимся. Ай, кушает, ай, кушает, а, никого не слушает. Че? Нормально все там будет. Пофиг, ставим. Нейтрализуем. Мемогрипп, по идее, должен справиться, но что-то как-то он... Нормально. Красавчик. Вот это что штука делает? Блин, я надеюсь, я не зря поставил. Давай-ка на самом деле. И че, просто сожрут? Или... Я пока не знаю. Я пока не знаю. Так, у нас только одна штука, ладно. Окей. Как-то так получается, блин. Как-то так тебе. Все. Вообще как-то так все, а? Пожалуйста, можно побыстрее мне тут. Так, я могу мину поставить, пока нормально все будет. Вот так вот делаем. Волна, конечно, пойдет. Мы особо не готовы. Но ничего. Давай, давай, кушай, кушай, кушай. Нормально? Нормально. Так. Перепрыгивают, тут тоже перепрыгивают. Тут бы, конечно, братан, тут как бы не очень приятно. Так, давай, 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 что-нибудь хорошее. Ладно. Пофиг на тебя уже. Вообще не получается у нас грибок нормальный. Нормально подрос. Опс, опс. Где? Как же они жрут, а? Так, пожалуйста, получись. Так, ну, скоро уже у нас откроются. Откроются, поэтому, ребят, можно забить. Ладно, пофиг. Пофиг. Блин, после испытания я как-то вот устаю. Надо чисто... О, ура, первый получился. С ледяным. Найс. Давай тебя подлечим, бро. Не знаю, зачем ты вообще тут. Как бы такой вот... Пам-пам-пам-пам. Так вот делаем. Так, следующий. Нет! Не тот! Так, вот это что за фигня? Что эта штука делает? Что это за растение такое? Не понимаю. Так-с. Вот теперь удобрение дает. Все, все, теперь знаем. Прикольно. Угу. Понятно, дело не везет. Я предлагаю вот так вот даже. Нормально, пройдем, я думаю. Да, перфекционисты сегодня плачут, но, ребята, извините.
в предыдущих сериях. Да боже, ну чё вы мне с трусогрибом, блин, они смешивают. Это же трусогрибом, да? Да. Понятно. То есть, когда зомбаки, короче, ну-ка, скушивают эту штуку. Да, удобрение появляется. Понял. Здесь-то можем кого-нибудь похилить. И тут плюс удобрение. Ну, так-то прикольно. Ребят, немножко вас хочу остановить. Ну, короче, как-то так, друзья, практически часик мы с тобой подзаписали. Я что-то даже на эти наплевал как-то. Ну, потому что понимаю, сейчас легко будет. Так-с, ну, пока что все. Ребята, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.